Всем привет, друзья мои! Я блогер из Турции, из города Мерсин. Вы на канале Светлана Ата. Добро пожаловать ко мне! Друзья мои, я решила приготовить из моей нутовой муки оладушки. Развела так же, как обычно, но у меня ничего не получилось, потому что это, оказывается, мука уже пережаренная в пакетах. Из нее можно делать хумус там и так далее. И я решила это все положить в такую посуду. Сейчас покажу вам. Вот, я только что вытащила из нее. Вот. И спекла хлеб, можно сказать. Да, хлеб это или что. Ну, а на ужин вот я готовлю себе рыбку. Сейчас Ашка его буду жарить. Вот там кефали. Там он говорит, не отравимся. Я говорю, нет. Вот такой ужин у нас сегодня будет. Забыла похвастаться. Вчера ночью я рисовала нейрорецепт. Это все для моей клиентки. Пятый рисунок. Но я же еще рисую и для себя тоже. Поэтому один день для себя, один день для кого-то. Так что вот такой красивый рисунок мне очень понравилось. Но это прорабатываю ее болезни. Вот эта вот болезнь, чтобы стихла. Вот это вот настроение, самочувствие, тонус поднялся. А это стабильное артериальное давление. И вот такая интересная вещь, это нейрографика. Готовлю ужин. Сначала я пожарю картофель, а затем рыбку. Здесь она мне в кукурузной муке уже. В пакетике я так делаю. А сейчас я покажу свою красавицу. Горячая или нет? Вот. Ни масла, ничего нет. Все в своем соку и лимонный лук. Вкусно получилось. Я точно уверена в этом. Перчик, соль. Сашкин должен прийти уже. А вот и я, мои дорогие, готовлю ужин. Уже не ужин, блин, половина девятого. Сейчас я, наверное, сяду, буду сама кушать. А то не дождешься моего мужа, что-то он ее рёшь, чё, я пью. Ну все, мои хорошие, приятного аппетита. Вот такая красивая рыбка получилась. А я, представляете, забыла свою рыбку заснять. Сожрала ее полностью всю. Ха-ха-ха-ха. А шкем кушает. Всем привет, друзья мои! Что за шум у нас во дворе сегодня? Я думаю, что привезли приданное. Приданное, и что тут еще привезли? Компоты какие-то. Закрутки. Воды. Ой, на улице, блин, так холодно. Вот действительно холодно. Я сегодня не вышла на набережную. 7 утра, 7 градусов было с утра. А я занимаюсь делами. Вчера в субботу отдыхала. Бабулька тоже выглядывает, думает, что за шума, драки нету. Все соседи повыходили на балкон. Кто приехал, кто? Та-та-та-та-та.
картины. Холодно, друзья мои. Мои веревки. Друзья мои, ночью, оказывается, был такой сильный ветер, когда Ашкин лег. Наша веревка упала. И вот все это повисло. Хорошо, что он услышал. Видите, что творится? Сейчас мне надо это все убирать, но у меня столько стирки. Куда я буду вешать сейчас, сегодня? Но вот эту вот маленькую придется туда. Как-то. Вот такие вот у нас дела. Вышли мы на улицу с мужем. Какая холодина, друзья мои. Зима пришла настоящая в Мерсин, опять вернулась. Какой погулять? Мы сейчас только походим, наверное, и вернемся. Невозможно погулять, и не хочется. У нас же веревка поломалась. Вот сейчас вот он хочет купить это для белья. Я там повесила сейчас белье на маленькую. Холодинище. Не подходит. Щепки сколько стоят? Да, я не вижу ничего. Я не вижу, друзья, уже мои, ничего. Пашки бананасал шимделя зембелерсу, пашка йог. Были. Он же вармуса. Уал. Йог не учился. Утуди ми йорумсана. Чамаширы чин. Какой смешной он у меня. Anladın mı sen demek istedim? Ben bu düşündüm seni. Beğenmedin aşkını o. Beğenmedim değil. Bizim balkonu. Не подошло, говорит, на наш балкон. Пошка больше йог. Короче, такая холодина, друзья. Вот так оделись. Я одела и колготки, и брюки. Шапку забыла. И красивый, да, набор 500. Решился. 500 лир. Как все дорого. А это, посмотрите, коврики для фитнеса 100 лир. Кто хочет, вот, девочки. В таких магазинах продается. Вот резинки еще. Шарики. Все для спорта. Пошли мы. Как я, видите? Как я оделась? А? Холодина, друзья мои. Ты. Не знаю, куда идем. Мы, может, просто погуляем, вернемся, потому что очень холодно. Это маски еще, да? Тебе можно уже не одевать. Можно не одевать. Друзья мои, мои лапули-лапатули. Вот что мы купили сегодня. Купили сегодня вот такие вот покупочки. Вот этот... нутовая мука из гороховая, да, которая очень удобная и практичная для
моих оладьев. То, что мы купили раньше, не годится. Купили вот этот вот салет, любит Ашким. А муку купили, знаете почему? Сигареты он купил. А муку купили для того, чтобы я ему пиццу приготовила. Яйца, соль, шампуан, печень, курочку. Купили вот такой вот кофе. Кофе купили. Вот я покажу вам вот это кофе. Купили. У меня много кофе здесь. Вот это мое любимое самое. Ну, еще купили Якобс. Еще у нас есть вот такое. Еще у нас есть вот такое Нескафе. А это грузинское кофе. Вот как турецкое, да, его надо кипятить. А здесь у нас вот этот Мехмед. Сейчас я добавлю. А здесь у нас арабика мы сегодня выпили. Здесь у меня сахарочек. В общем, друзья мои, буду готовить кушать. Сейчас мне позвонила подружка моя с Белоруссии. Поболтали. Я сказала, что мне нужно готовить, кушать, переодеваться. На улице какая холодина. Мы не смогли пойти с Ашкымом на набережную, потому что это просто было невыносимо холодно. Но я в моем манто не замерзла, одела колготки под брюки. Все висит, все падает. Свитер на мне. Такой хороший свитер. Ну, что сейчас думаю покупать? Скоро же, наверное, закончится зима. Может, если увижу, попаду, куплю себе что-нибудь. Все, друзья мои, буду я заканчивать. Буду сейчас готовить мужу еду, ужин. И себе тоже что-нибудь придумаю. Сегодня мои планы резко изменились, поменялись, несмотря на то, что я в спортивном нахожусь и после йоги хотела покинуть территорию своего дома. Мне написал сын, что нужна ему помощь моя, и попросил, чтобы я порисовала для него. Поэтому я как мамочка бросила все дела свои. И села, нарисовала вот рисунок. Сейчас можно уже заняться делами. Я тут начала убирать, но не попылесосила, сейчас осталось. Ну вот, немножко прибрала в порядок свой стол. Столько у меня рисунков, уже около 20 с Нового года. Вы понимаете, какая я молодец? Но это и для других тоже рисую. Вот такая звезда у моего сына. У него какая-то мечта есть, и он просто попросил меня помочь ему. Я уверена, что это поможет.